Привет! Сегодня поговорим о натуральном очистителе для пола от Ant Funnies. Все средства бренда веганские и не тестируются на животных. Продукт объемом 946 мл в удобном контейнере по типу канистры из пластика средней плотности без дозатора. Под крышечкой присутствовала защитная мембрана. Средство для мытья пола безопасно для природы, людей и большинства домашних животных при использовании по назначению. Однако стоит соблюдать меры предосторожности, основанные на здравом смысле. Формула продукта без красителей, отбеливателей, сульфатов, спирта и искусственных ароматизаторов. Содержит белый уксус, ПАФ, эфирные масла цитрусовых и другие компоненты. Жидкость желтоватого оттенка, полупрозрачной водянистой консистенции. Превалирует сильный запах уксуса, немного приглушенный нотами мандарина и других эфирных масел. Рекомендуется использовать очиститель в пропорции примерно полкружки на 9 литров воды. Применять средство можно на большинство твердых поверхностей. Но сначала стоит протестировать его на незначимом незаметном участке. Очиститель прекрасно удалял грязь, справляясь даже с жирными пятнами на кухне, и нейтрализовывал нежелательные запахи. Работал как с теплой, так и с холодной водой. Жидкость подошла для мытья капельной плитки, линолеума, деревянных и пробковых поверхностей. Не оставляла разводов или липкости. И если не увеличивать концентрацию средства, то пол не был скользким. Высыхание поверхности не занимало много времени. Продукт испарялся довольно быстро, и запах уксуса исчезал. Для поддерживающей уборки можно обходиться небольшим объемом воды и, соответственно, добавлять меньше средства. В таком случае расход очистителя небольшой, но при способе использования, указанном на упаковке, продукт не будет экономичным. Спасибо за внимание и пока-пока!